Авария в Курчатовском районе. Пьяный водитель сбил сотрудника ГАИ. Шофер дал по газам, когда страж порядка пытался вытащить ключ зажигания из его машины. В итоге лихач протащил полицейского несколько метров и врезался в дерево. Это эксклюзивные кадры с места ЧП. Нарушителя, 37-летнего жителя села Бреды, задержали ночью на улице Захаренко. Вот его поддерживает сотрудник ДПС, поскольку выпивший мужчина едва держится на ногах. Недалеко от места ЧП лежит пострадавший инспектор ДПС. У служителя закона пробита голова. Его госпитализировали в больницу. При медицинском осмотре выяснилось, что он получил перелом позвоночника и травму головы. Кстати, еще один безумец, тоже в районе улицы Захаренко, открыл огонь по полицейским, которые находились на дежурстве. Один страж правопорядка получил ранение в ногу. Предположительно, по оперативникам стреляли из проезжающей мимо легковушки. Пуля прошла сквозь обшивку служебной машины и ранила полицейского. Сейчас стрелка ищут.